25 апреля 2015 года в рамках акции «Лес Победы» была посажена целая аллея в честь памяти воинов Великой Отечественной войны. В нашу редакцию обратились местные жители СНТ «Песчанка» с вопросом, как же так, деревья посажены, но деревьев нет. Корреспонденты ИСТРА-РФ разобрались в этом вопросе. Кто хочет из местных жителей убедиться, пускай звонят нам, заезжают в Истринское лесничество, мы с удовольствием с ними проедем, все покажем. Ну, единственное, вот лесные культуры первых лет посадки обязательно нужно заходить, нагибаться и смотреть в траву, потому что, ну, первое впечатление обманчивое, и очень много нам людей звонят. Был даже такой случай, что мужчина звонит, вас ничего не посажено. Мы с ним выехали также на площадь, в траве смотрим, показываем ему дерево сосны, а он: «О, что это за укроп? Мы не сажали деревья как крупномеры, как принято в черте города сажать крупные деревья. Мы сажали сеянцы, ели 2 лет, это вот маленькие по 20 сантиметров такие деревца, вот они уже выросли под сантиметров под 40, наверное, под 30, под 40, вот. И получается, в память о ветеранах мы посадили не одно дерево, а целые аллеи, вот. Ну, теперь будем за ними ухаживать, конечно же, чтобы они выросли целыми и невредимыми». Возраст перевода лесных культур в покрытые, ну, не традиционно, а нормативно, 7 лет. Через 7 лет здесь деревья будут выше нас ростом с вами, их кроны, ветки сомкнутся, и это будет покрытая лесом площадь.